Спасибо большое. Замечательное произведение замечательного автора, хорошего моего друга, посвященное, сами знаете, кому, талантливейшему музыканту, гениальному человеку, нашему доброму другу. Сейчас хочется представить, то есть я сегодня пришел поздравить кафедру не один, а со своим ансамблем саксофонистов. В афише было заявлено, что это ансамбль саксофонистов консерватории, но они уже выросли из консерватории. Теперь это ансамбль саксофонистов Государственного духового оркестра. Исполнили мы также произведение Артура Александровича Оренбургского, которое мы с удовольствием играем и исполняем. Оно посвящено нашему, можно сказать, основателю профессиональной школы игры на саксофоне в Казахстане, Гершу Геллеру, нашему учителю. И еще хочу сказать несколько слов. Это произведение войдет, как анонс, в диск, который мы будем с Артуром Александровичем записывать. Диск саксофоновой музыки или музыки для саксофона, написанный Артуром Оренбургским. Это произведение будет включено обязательно. Так что... прошу жаловаться.